Добрый день, уважаемые зрители, коллеги, журналисты. Сегодня у нас состоится пресс-конференция, посвященная этому замечательному проекту, который вы только что видели, который был практически уничтожен этим летом. И сегодня мы разберемся, кем, как и почему. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Николаенко. Я являюсь избранным членом правкома компании «Росгосцирк». Непрерывный стаж моей работы в компании составляет более 17 лет. И все мы являемся работниками коллектива «Цирк на воде» под руководством Андрея Николаевича Шевченко. В этом году нашему коллективу уже исполнилось 24 года. Никаких объективных причин для развала и уничтожения нашего коллектива у компании нет. Мы прибыльны для Росгосцирка, и мы работаем на высоком профессиональном уровне. Компания «Росгосцирк» не вложила в наш коллектив ни копейки государственных денег. На протяжении длительного времени мы постоянно слышали о том, что в компании «Росгосцирк» нет средств. Особенно это часто стали повторять с приходом в «Росгосцирк» генерального директора Сергея Белякова, который решил сократить расходы компании через увольнение штатных артистов «Росгосцирка», ссылаясь на то, что Министерство культуры остановило финансирование компании. Но это не соответствует действительности. Попытка «Росгосцирка» нас и нашей семьи, а это более 200 человек, оставить без средств к существованию, происходит в очень сложное для всей нашей страны время, когда вопросам, связанным с обеспечением граждан Российской Федерации работой и рабочими местами, социальным гарантиям, учету мнения трудовых коллективов, руководство и правительство нашей страны уделяет самое пристальное внимание. Генеральный директор «Росгосцирка» Сергей Григорьевич Беляков. «Росгосцирк» — это не ваша личная, а государственная компания, и мы являемся ее основными работниками. Мы хотим, чтобы высшее руководство страны обратило внимание на творящиеся в компании «Росгосцирк» беззаконие, проигранные трудовые споры, скрытые массовые увольнения, скрытые производственные травмы, отсутствие у артистов страховых полисов, многомесячного нахождения штатных артистов на вынужденном простое и многое другое. Коллектив артистов «Цирк на воде» под руководством Андрея Николаевича Шевченко. 18 июля, всего через несколько дней после того, как это обращение было направлено гендиректору Росгосцирка, весь коллектив «Цирка на воде», а это 49 человек, написал заявление об увольнении в знак протеста против действий руководства. Сегодня в пресс-центре общественной службы новостей уволенные артисты, причем не только из «Цирка на воде», расскажут о том, что происходит в государственной цирковой компании и каким они видят выход из ситуации. Что ж, первый вопрос у меня к Андрею Шевченко, руководителю коллектива «Цирк на воде». Андрей сейчас находится в Курске, где, собственно, и произошла развязка конфликта артистов с Росгосцирком. Андрей, увольнение коллектива «Цирка на воде» стало одним из самых заметных событий в сфере культуры за последние месяцы. Что произошло на самом деле? Почему вы приняли именно такое решение? И неужели не было другого выхода, кроме как массового увольнения? Всем добрый день. Скажу так, значит, действительно, это было единственное и вынужденное решение об увольнении. Вот, и можно об этом рассказывать долго, вот, но послужило этому наш вызов на репетиционный период без возможности репетировать и приезд руководящего состава в составе художественного руководителя компании, директора ЦЦИ и начальника художественного отдела. Ими было предложено разделить коллектив на отдельные номера и разослать их в разные коллективы Росгосцирка, что, естественно, сделать и быстро невозможно, и к тому же это неправильно, потому что у артистов нет ни костюмов, ничего. Вот это все затяжка по времени, это чисто технический момент, который невозможно было сделать. Вот, либо сидеть на репетиционном, пока изготавливается реквизит для новой программы, что, по моему мнению, является абсолютным блефом со стороны руководства Росгосцирка. И после общего собрания коллектив единогласно принял решение об увольнении из компании вынужденно. Вот, но после этого, тем не менее, я записался на прием к генеральному директору Росгосцирка Белякову Сергею Григорьевичу и поехал еще раз пробовать донести и все-таки как-то найти точки соприкосновения для того, чтобы программа могла
дальше работать успешно и приносить прибыль компании, что она делала все 24 года. Вот, сама программа не имеет долгов, имеет высокий художественный уровень, вот, и никогда не отказывалась ни от каких разнарядок. И то, что сейчас происходит в компании, и то, что сейчас руководство выставляет меня как отказника от разнарядок, от трех как минимум, вот, это все я могу подробно изложить и рассказать, как это все происходило. Вот, и, конечно же, все это происходило не в один момент. То есть я сейчас рассказал причину того, почему мы написали заявление. Но сама суть, корень этого всего идет очень издалека. Это можно рассказывать долго, вряд ли формат нашей пресс-конференции позволит очень долго и подробно об этом рассказывать. Я готов встретиться с руководством Министерства культуры и с людьми уполномоченными принимать конкретные решения для того, чтобы донести это все документально, в цифрах и с фактами. Вот. А все обвинения меня как руководителя коллектива, что я оказываю давление на артистов, это совершенно абсолютная ложь. Вот. Все артисты согласны пойти со мной дальше, пускай это будет и не компания «Росгосцирк», хотя, скажу честно и откровенно, конечно же, мы все не хотим увольняться из компании «Росгосцирк». Мы отдали ей большую часть своей жизни. В моей программе артисты работают 24 года и больше. Вот, с момента основания самой программы «Цирк на воде». Но все условия, которые, начиная, наверное, скажу так, с сентября прошлого года, когда моя бывшая супруга Яна Шевченко победила в выборах в Союз цирковых деятелей России, вот, на меня начался определенный пресс. Вот, и все началось с нелепых разнарядок на дальние расстояния в цирке, которые, ну, скажем так, со слабым зрительским сбором. Вот. Ну, для меня таких городов не существует. Их не существует для всей моей команды. Мы готовы работать в любом городе, в любом стационарном цирке, какой бы это город ни был. Вот. И получали мы разнарядку всегда по остаточному принципу. За последние полтора года мы не работали ни в одном миллионном городе. Зато за 24 года я два раза отработал цирк «Шапито Радуга» и два раза отработал Екатеринбургский государственный цирк. То есть есть как бы соотношение того одного с другим, потому что все-таки за 24 года Екатеринбург можно было поработать и чаще. Вот. Но тем не менее, и сейчас, на данный момент, прокатные коллективы, конечно, красивые, объемные, большие, вот, они не заходят в цирк «Шапито Радуга». Если и заходят, то на определенных условиях с помощью, с государственной помощью и с помощью компании для того, чтобы разделить эти расходы, потому что сама площадка, она очень, ну, скажем так, не раскручена. Она стоит очень неудобно, условия для работы там минимальные. Вот, и тем не менее, мы рассматривали ее для того, чтобы можно было на ней работать. После служебной записки, которую я направил директору Росгосцирка с объективным обоснованием того, что может произойти, войди мы в этот цирк, установи свое оборудование, возможно, вплоть до пожаров. Я уже не говорю о самой несущей конструкции. Вот. И после этого еще началось, что, в принципе, для меня другой разнарядки не существует. Либо цирк «Радуга», либо, опять же, мне давали город Курск, от которого якобы я отказался, но Курск давали на условиях как бы общих, то есть мы должны были работать чисто на главковскую зарплату, без прокатчика, используя оборудование инвестора и хозяина этого оборудования. Вот. И здесь можно говорить очень много. Вот. Ну, понятно, что артисты и я как руководитель не могу убедить компанию предоставить нам какое-то оборудование. Я только лишь прошу заключить договор с инвестором, с человеком, который всю жизнь помогал нам, шил костюмы, давал оборудование, вот, и был с нами добросовестным партнером. Спасибо большое, вот, Андрей. На что я получил отказ.
Я говорю, что я могу говорить очень долго об этой истории, потому что я вижу, что уже на меня и на мою бывшую супругу льется потоки грязи, вот, потоки лжи, в которых надо разбираться. Я готов приехать и рассказать это все достаточно подробно. Еще хочу сказать... Андрей, к сожалению, у нас ограничено время. Спасибо большое за то, что вы рассказали, но, к сожалению, не так много времени у нас. Возможно, если еще время останется, мы еще к вам вернемся. Спасибо вам большое. С нами на связи также Дан Спасибо. Запашный, заслуженный артист России, представитель легендарной цирковой династии. Прошлым летом Дан и его мама Марица Запашная были уволены из Росгосцирка по статье. Дан, ваше увольнение из цирка стало первым в череде массовых увольнений титулованных артистов. Расскажите, что стало причиной увольнения? Знаю, что вы обращались в суд. Интересно также, какое решение в итоге было принято и сотрудничаете ли вы с Росгосцирком сейчас? Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Очень тоже долгая история. Можно рассказывать достаточно продолжительное время. И можно даже, наверное, книгу написать по всем вот этим... Не слышно вас. Да. И мы действительно стали первые, можно ли назвать это традицией или нет, но, к сожалению, это действительно так. Абсолютно надуманные причины были нашего увольнения, систематические прогулы. Такая была запись в трудовой книге у меня и у моей мамы. Надо сказать, что я только официально в компании «Росгосцирк» проработал более 23 лет. Ни разу у меня не было никаких дисциплинарных взысканий, и коллеги знают прекрасно, как я работаю. И надо сказать, что вообще, в принципе, люди, которые занимаются дрессурой, они не укладываются в нормативный день рабочий. То есть, когда животные болеют или когда проводятся репетиции, переезды, какие-то, скажем, мероприятия, когда планируются гастроли, то есть репетиционные вот эти моменты всегда артисты, ну, скажем, перерабатывают, не ведется индексация и так далее. К сожалению, я как понимаю, руководство компании «Росгосцирк» не ценит талантливых людей, людей, которые проработали и большой опыт имеют в компании, в цирке. Вот у меня также есть разные регалии, являюсь заслуженным артистом России. В 2018 году я получил золото на международном фестивале в Никулинском цирке. Вот. И для меня это большой вопрос, то, что сейчас не проводится никакая творческая деятельность, не ведется создание новых аттракционов в компании, не создаются новые номера, вот. Не соблюдаются, в принципе, те задачи, которые поставлены компании в ее уставе. Вот. В данный момент у нас прошел суд, то есть суд длился около 9 месяцев у меня. Суд вынес постановление и решение о том, что нас незаконно уволили, что мы должны быть восстановлены, но, к сожалению, что у меня, что у мамы, ситуация следующая, она выглядит так, что неполное восстановление, то есть частичное. Предполагается в исполнительном листе, что восстановление будет в той форме, в которой мы были до увольнения. Животные, которые проработали много лет в компании, наши животные, большинство, кстати, животных, я хочу заметить, реквизиты, костюмы и так далее, принадлежат артистам, потому что финансовые проблемы постоянно в компании «Росгосцирк» были последние, наверное, десятилетия. Вот. И артисты стараются всегда следить за творческим уровнем, чтобы творческий уровень их номеров соответствовал высокому классу. И руководство компании просто не ставит животных на довольствие. У нас верблюды, у нас шимпанзе, кавказские овчарки. То есть мы не можем выполнять свои трудовые обязанности, потому что согласно паспортов наших номеров, трудовые обязанности, они как раз и состоят в том, что мы выполняем вот работу именно с животными. То есть все эти животные сейчас, чтобы было понимание, находятся на полном нашем обеспечении. Мы создаем все условия, кормление, ветеринарное обслуживание. Мы снимаем за свои деньги, соответственно, здание, с ними занимаемся и так далее. Вообще, я хочу сказать, что в этом беспределе, я считаю, виновато только Министерство культуры, поскольку именно его бездействие является следствием всего этого беспредела, который устроил в Росгосцирке генеральный директор Беляков. И вообще, у меня складывается впечатление, что министр культуры Ольга Борисовна Любимова как-то особенно покровительствует Белякову, иначе как объяснить тот факт, что Беляков построил всю свою биографию и получил стаж работы на основе поддельного диплома, а министр назначил его на должности генеральным директором федерального казенного предприятия.
Министерство культуры, вопреки закону на все обращения артистов, отвечает, что не имеет права вмешиваться в дела Росгосцирка, забывая о том, что министерство вообще-то является федеральным органом надзора и контроля над подведомственными учреждениями культуры. На моем с маминым примере наглядно видно равнодушие министра к людям нашей профессии. Ни до судебного разбирательства, отменившего наше циничное незаконное увольнение, ни после него отношения ни к нам, ни к Белякову министр культуры не поменяло. Нас также продолжают бесконтрольно гнобить, не давая работать, а вот Белякова скорит все с рук. И вот в связи с этим я вот обращаюсь сейчас к вам, Ольга Борисовна, и хочу напомнить, когда вы заключали с Беляковым контракт на 5 лет, вы не давали ему карт-бланш творить с Росгосцирком все, что заблагорассудится, оказали доверие, и что он будет выполнять свои программные обещания. Вот 2 года прошли, еще 3 года издевательств, я думаю, что российский цирк просто не выдержат. Я надеюсь, что вы, освежив в своей памяти программы Белякова, уволите его по недоверию как мошенника и разрушителя, причинившего отечественному цирковому искусству невосполнимый ущерб. Спасибо большое. Да, год назад, как раз когда уволили данную Марицу Запашных, общественная служба новостей обратилась за комментарием к Сергею Белякову. Тогда он ответил достаточно кратко: увольнение Запашных – это только начало. Так и получилось. Вслед за ними последовала череда других увольнений. В феврале была уволена цирковая династия Сорочей, расформирован их номер «Рекордсмены», который в мире считается эталоном эквилибристики. В студии общественной службы новостей сегодня как раз Алексей Сорач, народный артист России, легендарный эквилибрист, член правления Союза цирковых деятелей России. Алексей Еремеевич, как так получилось, что из Росгосцирка уволили артистов, чей номер во всех цирковых школах считается эталоном? Добрый день. Вы знаете, это случилось не в один момент. С 2014 года еще при Гаглоеве из номера были выдраны 6 моих учеников. Тем самым номер сел на репетиционный период. Довольно-таки быстро из молодых ребят я подготовил и воспитал артистов. В 2015 году мы поехали на большой международный фестиваль в Китае, Чанчжоу. Громадный фестиваль, громадное количество участников, и мы выиграли этот фестиваль. Мы не получили даже «спасибо», нам не сказали в Росгосцирке. И после этого нас сажают один простой, второй простой. Молодые ребята живут без денег, и постепенно этими простоями их заставили, не заставили, а вынудили уволиться. В настоящее время, сейчас, наконец-то я добился, нашел людей, несмотря на пандемию, и подготовил из новых людей, включая моего старшего сына, его жену, артистку, у которых 2 детей маленьких, 5 и 2 года, и другая семья. И мы в Волгоградском цирке в прошлом году подготовили, восстановили номер, восстановили трюки. Вот. Нас 3 просматривали, и вдруг после этого вроде бы надо посылать работать. Нет, в отпуск простой, потом дали 10 дней репетиционных и сообщили, что контракты с артистами не продлеваются. То есть затраченные деньги просто выброшены впустую. А мой труд, труд артистов вообще оказался невостребованным, пустым. Вот так работает наш Росгосцирк. За время моей работы в Росгосцирке, это 55 лет, я придумал небывалые трюки. Это удается не каждому. И эти трюки, они восхищают и удивляют зрителя. Мы всегда были задействованы. Нас везде просили. В настоящее время, с приходом Белякова, который сказал: артисты у меня будут шелковыми. И действительно,
Вы видите, как это сейчас получается. Тот, кто относится к руководству более-менее лояльно, тот имеет работу. Работа с тех пор, как Беляков пришел, стала даваться дозированно. Хорошо себя ведешь – работай. Недоволен руководством – простой. И эти простои добивают артистов, вынуждая к увольнению. Я взял вчера нашу энциклопедию и посмотрел, сколько исторических для цирка имен расформировано, сокращено, уволено. Анаевы, аттракцион, Бреда, Веситаевы, Салих Гаязов с женой, Колодочников, Волжанские, которые были и есть вершина нашего циркового искусства. Давейко, отец которого бомбил Берлин. Ковгар, Майхровский, Марчевский, Нукзаровы, Рубанова, Сквирский, Шатировы. И вот сейчас 49 человек цирка на воде, авангардного, ведущего коллектива, того, что в цирке быть не может. И эти люди уволены. Кто же увольняет их? Вот буквально в ноябре месяце было заседание экспертной комиссии, на которое я был приглашен. Не так много времени да, у нас в целом. Да, сидели там секретарь правкома Халявин, проклятый артистами народный артист Павленко, который не защищает, а увольняет артистов. Петрикова и Костюк. И начальник художественного отдела Асатурян, который детство досталось, который должность осталась от мамы, которая сама из себя ничего из себя не представляет. И вот эти люди решают судьбу нашего цирка. Наш цирк – это цветущее и крепкое дерево. И на этом дереве завелись вот эти люди – посторонние, которые срезают с этого дерева сучки, хотя, в общем-то, живут за счет этого дерева. И вот таких сучков сколько уже срезано? Сколько же может терпеть дерево? Цирк разваливается благодаря этим посторонним людям. Алексей Еремеевич, мы еще дадим вам слово в завершение. Да, у нас пожалуйста. Просто не так много времени, а да, желающих высказаться я могу сказать, достаточно говорить, много. Да, еще один уволенный из Росгосцирка артист, жонглер, лауреат международных цирковых конкурсов, представитель цирковой династии Смирновых Алексей Смирнов. Пожалуйста, вам слово. Расскажите, как вы разделили эту судьбу с остальными артистами? Что произошло с вами? Добрый день, Алексей. Добрый день, уважаемые спикеры. Дан тут хотел книгу написать. Дан, к тому моменту, как ты закончишь книгу о беспределе в Росгосцирке, впору уже будет переходить на мемуары. Никаких книг не хватит рассказать тот бардак, который сейчас там творится. Я в системе Росгосцирк, артист опилочный, в системе Росгосцирк с 2006 года. За 13 лет в Росгосцирке тоже не имел ни одного недисциплинарного, никакого конфликта с руководством. И, в принципе, не имел до момента, февраля, наверное, 2021 года, как я попал в коллектив к Владиславу Гончарову на фонтаны. Владислав Гончаров сейчас является советником генерального директора по каким-то там только им известным вопросам, чего они там советуются. В один момент Владислав прекратил выполнять свои финансовые обязательства, но не те, которые скрепляются подписью на бумаге, а те обязательства, которые обычно договариваются артисты в курилке, типа там разовых ассистирования. Конфликт породил другой конфликт, и, в общем, мне он пообещал, ты будешь расформирован. Вы знаете, он сдержал обещание. Наш номер, вполне себе без ложной скромности, хочу сказать, нормальный номер, жонглеры Смирновы на Ютубе
гуглите. Я держал этот состав 2010 года, как стал руководителем, и держал этот состав на протяжении 11 лет одним составом. Это не каждый еще руководитель группового номера таким похвастаться может, без текучки кадров. Художественный экспертный совет во главе со Сатуряной Ерофеевой, там в конференц-зале, очень хмурые, на меня что-то бубнели, ножкой топали. Я им говорю, там ну, денег не платили, они вот ты такой, вот ты сякой. Причем очень интересно наблюдать этих людей. Они в конференц-зале говорят одно, а на улице в курилке они, Леша, ну ты хороший парень, ну ты пойми, там ну, отношения сверху, руководство принято решение сверху. В общем, они нас посадили на так называемый вынужденный простой, ВП. И 8 месяцев мой номер находился на вынужденном простое, хотя я знал коллективы, которые были заинтересованы в моей работе в номере, людей знал, которые заинтересованы, говорили, как, почему твой номер, а как. Решение принято наверху, как мне сказали, вот эти вот прокладки между артистом и руководством. Они вот, как они себя будут вести, руководство уйдет, ни одно первое, ни одно последнее, а вот эти-то люди, они как себя вообще будут чувствовать, я не понимаю. За 8 лет не предоставлено было ни одной разнарядки. Естественно, волнение в номере поднималось, люди без денег, семьи, ипотеки, это никого не волнует вообще из руководства Росгосцирка. И потом просто они дождались до того момента, как по трудовому договору, по срочному трудовому договору у меня заканчивается договор закончился, его со мной не продлили, и без объяснения причин, все, компания Росгосцирк не заинтересована в вашем номере. Это явилось ключевой такой, ключевым событием в моей жизни, вообще в жизни номера. Партнеры продолжали искать работу, я продолжал искать работу, но ничего, к сожалению, более-менее вразумительного в это сложное время не подвернулось, я ни на кого вину не перекладываю, но номер я удержать не смог. Но помогла мне в этом компания Росгосцирк, очень хорошо помогла. Слава богу, сейчас все партнеры при работе, а я реализую себя как артист, и Росгосцирк, мир цирка не ограничивается площадками только одного Росгосцирка. Что ж, спасибо большое. В студии общественной службы новостей также сегодня Евгений Бернардович Майхровский, народный артист РСФСР, легендарный клоун Майк, заместитель генерального директора Росгосцирка Евгений Бернардович. Неужели и ваш династийный коллектив уволили? Добрый день! Ну, я не заместитель, я экс-заместитель генерального директора Росгосцирка, также член правления в свое время, Союз цирковых деятелей, много других регалий. Но дело не в этом. Дело в том, что я, прежде чем перейти к основной теме, скажу словами Гоголя Николая Васильевича. У него есть прекрасные слова, я перефразирую их по отношению к цирку. «Цирк, куда несешься ты? Дай ответ». Не дает ответа. Понимаете? И в данном случае я приведу в пример, конечно, ФКП, Росгосцирк, федерально-казенное предприятие. Сейчас оно превратилось в федерально-коммерческое предприятие. И, конечно, ведутся очень неприятные, очень неправильные и, так сказать, нарушения. Почему могу смело утверждать, я продолжаю работать. Вся моя семья уволена, и заслуженный артист уволился Борис Майхровский, и уволилась Галина Алексеевна Майхровская. Уникальный номер с морскими животными, пингвинами и морскими львами. Уволились мои внуки, тоже в жанре коверных. Семья расформирована. Мне просто, я пережил очень много генеральных директоров, начиная с 65-го года работаю. Где-то генеральных поменялось человек 12. И я не ухожу. Мне было предложено уволиться, я отказался. И, потому что я в хорошей форме. Недавно я только отработал в Сочи, месяцев 5 назад был уволен, потом снова... Так сказать, меня посадили также на ВП, на вынужденный простой, и до сих пор я, так сказать, не востребован. Мне непонятно, почему. Приезжали представители руководства Росгосцирка в Кисловодск несколько месяцев назад, видели мою работу, похвалили, сказали, удивились, надо же, в таком возрасте, так сказать, я не буду скрывать, мне 84 года, через пару месяцев будет 85, и я в хорошей форме и готов работать. Но... Та обстановка, которая сейчас сложилась в Росгосцирке, не дает спокойно работать. Ни моим коллегам,
по перечислению, я не буду перечислять все, что было уволено, я не буду, так сказать, но надо ставить точки над «и», потому что та обстановка, которая сейчас в Росгосцирке, она не соответствует творчеству. Я уже не говорю о жанре клоунады, это отдельный разговор. В жанре клоунады вообще пустое место. Я назову 4-5 солистов знаменитых. Это их несколько человек. Хари, затем, значит, Аскотский Боря. Сейчас появился хороший клоун, правда, эксцентрик, Акула. Затем, значит, Сарнацкие пара прекрасная, есть Витя Сильченко с животными и прочее-прочее. Но раз-два я обчелся. Жанр клоунады вымирает. В цирковом училище никого не готовит, ничего. У меня, так сказать, несколько предложений. Одно из них в ближайшее время, как только, так сказать, я надеюсь, что сменится новое руководство, старое руководство и поступит новое, провести, как когда-то проводили пресс-конференцию по развитию жанра клоунады. Это самое наболевшее место в нашем цирке, которое буквально уже уничтожено. И не создается ничего нового. Костюмы не шьются, реквизит не создается, все надо делать за свой счет. Это, я считаю, на грани преступления в отношении к ввиду одному из интереснейших для советского российского народа зрелищному искусству. Искусство цирка. Евгений Бернардович, спасибо большое. Спасибо вам тоже большое. С нами на связи Александр Козьяк, артист цирка, акробат, лауреат премии «Золотой лев» на международном фестивале в Китае, лауреат премии «Золотой клоун» на международном фестивале в Монте-Карло. Александр, вы несколько лет работали в цирк «Дю Солей». Что говорят, собственно, ваши цирковые коллеги на Западе? Знают ли про ситуацию в Росгосцирке и насколько она беспрецедентна, либо наоборот, аналогичная ситуация возникает в других цирках? Коллеги, я всех приветствую. На Западе не то, что знают, а они просто берут сейчас и вербуют наших артистов из Росгосцирка. Если сейчас всех уволенных артистов растянут по всему миру, предлагая невероятные условия, то цирка, как искусство, в России просто не останется. Некому будет учить и передавать цирковые традиции. Вот. Я благодаря своим связям сейчас помогаю артистам из Росгосцирка, которых увольняют, стараюсь находить им работу. И уже более 70 артистов получают хорошие предложения по работе. В основном это Дубай. Но также есть и поступают предложения и из европейских цирков. Поэтому если немедленно не изменить ситуацию в Росгосцирке, если не уволить Бекова, не разогнать всю его команду, уедут из России навсегда. Вот. Мы все как бы очень сильно любим цирк, и все хотим работать в России, но компания не оставляет никаких условий, просто вынуждает артистов увольняться, тем самым артисты вынуждены искать работу за рубежом. Потому что всем нужно кормить свои семьи. Да, спасибо большое. Также с нами на связи Андрей Ковгар, заслуженный артист Российской Федерации. Андрей, как вы нас слышите? Пытаемся установить с вами соединение по видеосвязи, пожалуйста. Сейчас пытаемся установить соединение. И пару слов Андрею Ковгару. Да, алло. Да, мы вас слышим. Здравствуйте. Я, чтобы не повторяться, я, в принципе, ситуация очень похожа с Алексеем Ремеевичем Сарычем. Нас вынужденно посадили на простой под предлогом того, что номер очень дорогой, якобы. А то, что в номере работает 15 человек, этот персонаж, конечно, даже не то, что не думает, а он не может об этом подумать. И я не мог, конечно, допустить, что мы будем уволены. Мы уволились по собственному желанию, но прецедент был создан именно вынудили нас уволиться, скажем так. Поэтому, чтобы не повторяться, ситуация очень схожа с Сарычем.
И вообще мне непонятно, как такие люди с таким прошлым могут управлять Росгосцирком. Если человек куплено у него все, начиная с военного билета в Харцизске, паспорт, дипломы и прочее, прочее. Поэтому здесь однозначно никакого развития не получит Росгосцирк, пока такие люди будут сидеть в руководстве. Поэтому в Ижевске мы были в 2010 году на фестивале. Тогда Иванов, его коллега, был министром культуры, директором Ижевского цирка. На них тогда еще было заведено уголовное дело, по которому я давал показания. Поэтому, чтобы быть кратким, ситуация в Росгосцирке патовая. Поэтому здесь куда смотрит министр, просто непонятно. Значит, у него какие-то покровители, которых все устраивает. Что ж, спасибо большое. Также на удаленной связи с нами Армен Асериан, артист цирка, клоун. Армен, вот хотелось бы понять, как эта проблема руководства затронула вас, что вы собираетесь теперь делать? Здравствуйте, меня зовут Армен Асериан. Я ведущий клоун России уже более 20 лет. Та ситуация, которая сейчас происходит в компании «Росгосцирк», называется паковая, потому что у руля сегодня находится человек, который конкретно грабит артистов. Каким образом он это делает? Всех артистов, которые находятся в компании «Росгосцирк» на контрактной основе, всех увольняют. Я уволился в прошлом году, в июне месяце. Я был вынужден уволиться из-за того, что они мне срезали зарплату в половину. После того, как я написал пост в интернете, что гостиницы, цирки находятся в жутком, в плачевном состоянии, они перевели мою супругу на вынужденный простой. Год актриса просидела на вынужденном простое. Буквально месяц назад ее уволили. У меня вопрос к Министерству культуры России. Скажите мне, пожалуйста, как может человек с двумя поддельными дипломами, доказанными судом, быть руководителем такой компании? Мало того, что он окружил себя вокруг себя прохиндеями, один из них Авраменко, который лично мне должен за прокат 220 тысяч рублей. И я не могу ничего доказать, потому что все это было сделано без договоров на работу. Я хочу, чтобы вы открыли глаза и посмотрели, с кем вы работаете. Спасибо. У нас включение Александра Калмыкова, профессора МГИК, народного артиста Калмыкова, да, я прошу прощения, профессор МГИК, народного артиста России, генерального директора Росгосцирка в 2009-2012 годах. Да, пожалуйста, Александр Дмитриевич, вам слово. Администрация новая, которая пришла к власти, очень легко расправляется с хорошими номерами. С началом этого года вот эта необузданность, вот эта вседозволенность стала принимать совершенно катастрофические формы. Сначала мне позвонил Алексей Савич. И это группа артистов, которые показывают феноменальные трюки, восхищающие весь мир, была разогнана. Виктор Евтехов создал конный номер «Свобода». Фактически, это был последний номер в этом жанре, который оставался в Росгосцирке. Номер экстра-класса. Создать такой номер может сегодня 2-3 человека в мире. Один из них Виктор Евтехов. Можно было взять молодого исполнителя или исполнительницу и продолжить традицию, а цирк – это традиционное искусство, этого жанра.
Нету сегодня такого номера, нету жанра свободы. Уволен Виктор Евтехов, разогнаны животные. Потрясающие клоуны, бутанти, точно так же, без объяснений уволены. Ударом в сердце было увольнение легендарного артиста цирка с его труппой Владимира Довейко. Это лучший, уникальный аттракцион воздушном жанре. Уволена вся труппа, выброшен реквизит, уволен сам Довейко. Меня, как и всех, кто работает в цирке, просто подорвало. Сейчас произошло массовое увольнение. Коллектив Андрея Шевченко на сегодняшний день – это лучший цирк на воде в стране. Потому что существующий второй цирк на воде был сделан по образу и подобию. Он делался как копия, плохая копия коллектива Андрея Шевченко. Это высокий эстетический уровень. Это высокая режиссура, прекрасная дрессура, замечательный реквизит, красивейшие костюмы. Под какой-то странным предлогом, что нету костюмов и нету реквизита, надо останавливать, надо увольнять. Как нету, когда они в этом во всем работают? 24 года! 24 года! Этот коллектив объехал весь мир. И этот коллектив сегодня работает по России. Коллектив молодежный, хороший, красивый, эстетически великолепный. Ни один человек, включая даже нашу странную команду руководителей Росгосцирка, не может обвинить в том, что там низкий художественный уровень. А другой, какой может быть повод сделать массовое увольнение, если уровень художественный высок? То за что вы уволили 50 человек на улицу? Всегда, еще в советские времена, массовое увольнение вызывало вопросы в судах и в прокуратурах. И не сомневаюсь, что и в этот раз в судах будут заданы вопросы. Если бы Министерство культуры задумало команду нынешних руководителей Росгосцирка назначить руководителями Третьяковской галереи, то через 2 года их работы на улицу выбрасывались бы лучшие полотна Иванова, Васнецова, рублевские иконы, выбрасывались бы на улицу, потому что это шедевры русской живописи. Так как сегодня выбрасываются на улицу шедевры российского цирка, который, напомню слушателям, является национальным достоянием России. Что ж, спасибо вам большое. У меня будет вопрос к Яне Шевченко, председателю Союза цирковых деятелей России. Яна, расскажите, как так получается, что артистов просто берут и увольняют, и либо выживают из цирка? Неужели нет никаких механизмов этому противостоять? Неужели никто никак не реагирует и не может вступиться? Вы знаете, для меня события последних недель особенно тяжелые. 24 года назад я создала первый в России цирк на воде. В Советском Союзе он был, но его закрыли в 67 году. И до сих пор до меня его никто не сделал. И хотя давно я передала это руководство своему бывшему супругу Андрею Шевченко, не могу равнодушно смотреть на то, как уничтожают мое детище. Только за последние 5 лет цирк на воде принес Росгосцирку около 60 миллионов рублей прибыли. Это при том, что Росгосцирк в эту программу не вложил ни рубля. Теперь же, устранив конкурента, прибыль будет получать не государственная компания Росгосцирк, а карманная фирма Белякова. Мы уже 1,5 года боремся с беспределом, устроенным Беляковым. Но за последнее время вал увольнений, обращений в Союз цирковых деятелей, легендарных артистов и расформирования уникальных коллективов стал запредельным. В Росгосцирке есть правком, который должен защищать артистов. Членом правкома я тоже являюсь. Но всего лишь 4 из 11 человек осмеливаются выступать против Белякова. И эти 4 человека не сотрудники Росгосцирка.
Угрозами они запугали членов правкома. Каждый понимает, что несогласие с руководством грозит ему увольнением. Причем артисты обращаются в суд, выигрывают дела, но Росгосцирк не выполняет судебные решения. Сумма убытков Росгосцирка компенсации за незаконное увольнение более 10 миллионов рублей. Сегодня все цирковые артисты, все бывшие цирковые артисты, потому что в цирке работают их дети и внуки, требуют увольнения Белякова. Если его немедленно не остановить, цирка в России больше не будет. Что ж, спасибо вам большое, Яна. С нами на связи также сегодня из Оренбурга Марица Запашная, заслуженная артистка России. Пожалуйста, Марица, вам слово. Здравствуйте. Я думаю, что я не буду повторяться, потому что мой сын практически высказал свою точку зрения, с которой я полностью согласна. Единственное, что я хочу сказать. Видимо, надо обращаться в правительство и решать вопрос уже на уровне администрации об отстранении Белякова с должности генерального директора. Если этот человек позволяет себе не исполнять решение суда, а это касается вот меня и сына, ну, как его можно назвать? Бандит и убийца циркового искусства. Я еще раз хочу обратиться и к министру культуры, как работодателю, чтобы она обратила внимание и восстановила все-таки, дала указание генеральному директору восстановить нас на нашем рабочем месте по решению суда. К сожалению, почему-то она здесь самоустраняется. И я еще раз повторяюсь, думаю, что надо обращаться в правительство Российской Федерации. Спасибо. Что ж, спасибо вам. Алексей Еремеевич, вам слово. Знаю, сегодня вот все те люди, которые сегодня пришли, сделали обращение, подготовили обращение к правительству России. Вот хотелось бы послушать, что это за обращение, к кому вы обращаетесь и чего требуете. Председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину. Уважаемый Михаил Владимирович, мы, представители цирковой общественности, обращаемся к вам с просьбой защитить российский цирк от беспредела, самоуправства, коррупции и незаконных действий руководства Федерального казенного предприятия «Росгосцирк» и персонально генерального директора Сергея Белякова и его первого заместителя Татьяну Бушковой. Приведем лишь несколько вопиющих фактов и примеров. Весь пакет подтверждающих документов, переписки с правоохранительными органами, более 700 листов, переданы в аппарат правительства Российской Федерации и Министерства культуры. Росгосцирк при Белякове стал царством беспредела. За последний год из Росгосцирка уволены более 300 артистов, в том числе народные и заслуженные. Еще 49 артистов в знак протеста против действия руководства написали заявление об увольнении 18 июля. На местах штатных артистов Беляков приводит подконтрольные своим карманным фирмам коллективы, посредственности, которым платят копейки и которые не посмеют поднять голос и просто не понимают, что такое цирковое искусство. Росгосцирк стал фактически частным предприятием Белякова. В государственной цирковой компании процветают коррупция и казнократство. Про схемы Белякова в цирке знают все. Они создают программы за бюджетный счет, а потом карманные фирмы продают эти же программу Росгосцирку. Перечень компаний со схемами связей и подтверждающими документами мы передаем в аппарат правительства Российской Федерации. При этом
Остановлен ремонт цирков в Челябинске, Красноярске. Заявленное обновление цирка в Уфе так и не началось. Ситуация с противопожарной безопасностью в цирках критическая. Каждый цирк в России – это потенциальная зимняя вишня. Уважаемый Михаил Владимирович, это лишь самые вопиющие примеры беспредела в цирковой отрасли. ФПК «Росгосцирк» стал одной из самых скандальных организаций, финансируемых за счет госбюджета. Просим вас поручить Генеральной прокуратуре провести проверку изложенных в настоящем документе фактов и принять не формальные, а реальные меры прокурорского реагирования, в том числе персонально в отношении Белякова и Бушковой. Уволить Белякова с должности генерального директора Росгосцирка и Бушкову с должности первого заместителя гендиректора. Поручить Министерству культуры Российской Федерации совместно с максимально широким кругом цирковой общественности провести публичный аудит результатов деятельности команды Белякова, подготовить и провести открытый конкурс на должность руководителя государственной цирковой компании. После избрания нового руководства Росгосцирка разработать программу спасения цирковой отрасли от последствий беспредела команды Белякова-Бушковой. Политика, проводимая нынешним руководством Росгосцирка, приводит к тому, что лучшие профессионалы российского циркового искусства, мастера мирового уровня, остаются без дела, своей жизни и средств к существованию. Артистов цирка вынуждают уезжать за границу. Такого преступного беспредела в цирковой отрасли не было никогда. Просим вас, Михаил Владимирович, вмешаться в сложившуюся ситуацию и сохранить великий российский цирк. И в заключение я хочу показать вам то, чего лишили советского и зарубежного зрителя. Наш рекорд – тройной баланс. Вот так уничтожают и другие произведения искусства. Спасибо. Что ж, спасибо вам большое. Я передаю слово руководителю коллектива «Цирк на воде» Андрею Шевченко, который сейчас находится в Курске. Андрей, что ж, у нас практически не остается времени. Вот озвучили ваше обращение в правительство вашего коллектива. Хотелось бы понять, какие дальнейшие будут действия и что вы будете делать, если и это никак не поможет? Ну, во-первых, хотелось бы, конечно, также обратиться к министру культуры и к руководящему, к руководству нашей страны, чтобы все-таки вмешались. Потому что здесь дело будет очень сложное, в нем нужно разобраться. И просто слова на слова так точно не пойдет. Нужно обязательно встречаться, собираться и выяснять. Потому что то, что говорит Сергей Беляков, это все неправда. То есть это чистое запутывание, замыливание глаз и только их версия. Вот Яна Станиславовна правильно сказала, что 60 миллионов мы принесли чистой прибыли. Вот. А в принципе мы с 2016 года принесли в компанию 357 миллионов 133 тысячи. Вот. И все со всем этим нужно разбираться. И то, что Беляков говорит, что мы преследуем тут чисто свои коммерческие интересы, это совершенно не так. За последний год с нами не рассчитались вообще, в принципе, со мной как с прокатчиком. Сейчас, на сегодняшний день, подан иск против компании «Росгосцирк» с возмещением этого ущерба. То есть это мы выполняем все свои условия и договора, условия договоров, по которым мы работаем, а компания в это время из нас выжимает все соки и меняет условия договора прямо на ходу. Пока программа работает, приходят дополнительные соглашения, и мы вынуждены их выполнять. Еще раз хочу повторить, что сегодняшнее увольнение из компании было абсолютно вынуждено. У нас не осталось никакого другого выбора. Люди готовы и могут работать. И, скорее всего, они больше верят мне,
чем руководству компании, которое обещает им новый реквизит, новые костюмы, работу, повышение зарплаты. А зарплата их не устраивает, только та, которую они получают на ВВП. А это один МРОТ минус подоходный налог. То есть можно выжить на такие деньги с детьми, с престарелыми родственниками, родителями? Конечно же нет. Поэтому решение принято, и поэтому так были написаны заявления о вынужденном увольнении. Что ж, спасибо большое. На этом наша сегодняшняя пресс-конференция подходит к концу. Будем надеяться, что ответственные чиновники и правительство услышат ваш крик о помощи, а уж мы, ваши зрители, ваши поклонники и представители СМИ, постараемся не дать этой истории заглохнуть и пропасть. Спасибо большое, коллеги-журналисты, за ваше внимание к этой теме. Вам, уважаемые зрители УСН-ТВ, тоже удачи, хорошего дня, будьте здоровы.